Если урод уйдет, я в заднице! Давай, помойка, разгоняйся! Ой-ой-ой! Аллилуйя, твою мать! Черт! Если урод уйдет, я в заднице! А, блин! Нет! А, я так больше не буду! Давай, быстрее! Ой-ой-ой! Аллилуйя, твою мать! Если урод уйдет, я в заднице! Черт! Я так больше не буду! Вот опять ехать чиниться. Теперь можно и к Фредди.
Барри, ты хочешь поспорить с боссом, да? То-то же. Сиди смирно и ногу залечивай. Ладно, до встречи. Ну? Готово. Хорошо, молодец. А что там Вита? У него лучший адвокат в городе. Скоро будет на воле. За преступление против города и нашей великой страны вы приговариваетесь к 10 годам лишения свободы. Черт! Черт! Что за черт? Вы же сказали, не посадят. Во-первых, ты на кого голос повысил? Во-вторых, об этом завтра, не сейчас. Иди домой, остынь, а утром вернешься. Понял? Да, как скажешь. Вот же тупой. А, кого еще несет? Да. Джо, слушай в ней. Генри, ты уже слышал про Вита? Этот ублюдок сказал, что все на мази, что он все устроит, а оказалось... Джо, ты слушай меня! Насчет Вита мне очень жаль, я ничего не мог поделать. Но ты попал в черный список Луки. Это еще что значит? Это значит, что тебя убьют. Вот что это значит, Джо. Видимо, ты его очень рассердил. Думаю, у тебя 5 минут, пока за тобой не пришли. Да, пусть идут. Мне-то какое дело? И что ты будешь делать, крутой? Убьешь их? И как ты думаешь, что будет на следующий день? Вариантов у тебя 2. Свалить из города или остаться и умереть. И Джо, за ту историю на спиртзаводе. Теперь мы квиты. Ну ты и наглец, мальчишка. Только посмотрите, ничуть не изменился. Во что это ты такое вырядился? И про мою маскировку? Да уж, незаметно, как удар по яйцам. Ладно, а квартирка моя как? Я же говорил по телефону, в точности, как ты ее оставил. Вот ключи. Неплохо. Так что ты говорил насчет работы? Не бойся, работы сейчас нам обоим с головой хватит. Подвезти? Нет, спасибо. Возьму машину. Возможно, угонщик! Стой! Вот, если мало, я чек выпишу. Ладно, а теперь брысь, пока я не передумал. Водитель хочет скрыться. Ясно. Thank you.
Эй, жартрез, ты куда это идешь? Ты забыл за проход заплатить. Гони 5 баксов. Что это за день? Только ты и я. Заткнись и дерейся, бля. Давай, крутой, один на один. И где твоя армия, сопляк? Надеюсь, это стоило 5. Господи!
говорит сержант Дамат. Это Джо Барбара. Отзови собак. За мной не заржавеет. Без проблем. Пошли кого-нибудь потом с баблом.